Для того, чтобы вывести все изъятые в ходе обысков вещи, оперативникам потребовалось два грузовых автомобиля. Причем один из подозреваемых, охранник дачного кооператива, уверял, что все это его личные вещи. Что можете пояснить по поводу изъятых вещей из вашего вагончика? Этими вещами я пользовался. Четырьмя чайниками, да? Как было установлено, задержанные могут быть причастны к совершению серии краж. 16 марта 2017 года сотрудниками межмуниципального отдела Саратовске совместно с сотрудниками управления уголовного розыска после проведенных оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц, занимающихся кражами из дач на территории города Саратова и Саратовского района. В ходе проведенных мероприятий изъято более 200 наименований похищенных вещей. Проводятся следственные действия. Получены признательные показания более чем в 40 эпизодах совершенных краж. В числе задержанных трое несовершеннолетних. Все утверждают, что брали в основном только еду. Сколько ты дач обчистил? За всю свою жизнь 40 штук. Сколько тебе сейчас лет? 14. За 14 лет? 15 год уже. 15 год. Прям взрослеешь. Что? В компанию ввязался. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных. Возбуждено уголовное дело. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.